раньше так говорилось, что вообще забудьте о гениальности, о гении. Это такой же шанс, как выиграть в лотерее Powerball $1 миллион. Минимальный шанс, он рождается там 1 на 100 лет и 1 на 1 миллион. Ну, в общем, нереальный шанс попасть в это число. Но сейчас почему-то каждый гений. Грешным делом и я себя иногда считаю гением. Конечно, меня похвалили 3 раза, и я считаю себя гением. Я считаю, что я могу создавать нечто новое в классовом таком понятии. Создавать эти классы понятий. Ну вот почему-то вот такое, да, считается. Вот Виктюк на репетиции, если актер там удачно пукнул, он ему кричал: «Гений! Гений!» Конечно, это льстило, конечно, это подстегивало, но гениальность. Я когда в аспирантуре ГИТИСа учился, там, значит, театровед, он спрашивал: какие фильмы вы знаете про гениальность? Ну, я так говорю: ну, «Игры разума», потом «Смерть в Венеции», засчитал он мне. Потом даже я сказал: «Мой муж гений». Это про... ну, с этим, с Франкенштейном нашим, как бы. С Пиваковским. И потом там много фильмов про шахматистов. Ну, вообще их много, вообще. Сейчас я просто не вспомню. И вот как стать гением? Ну, хотя бы... однажды хотя бы восхититься гениальностью другого человека. Я помню, у меня это произошло, когда я читал Достоевского «Преступление и наказание». Прочитал я за 3 дня. Для меня это рекордный срок, потому что я, как Толстой, завещал в каждую буковку вчитывался. И вот меня так накрыло, и я понял, какое же я ничтожество, какой же Достоевский гений. Вот такое состояние, оно хотя бы дает перспективу понять, насколько наша жизнь мелка. И насколько я находился, когда в аквапарке, аквапарк назывался «Карибия», ну, в Москве. И я смотрел такое грандиозное такое сооружение. Я такой думаю: а вот интересно, а у Достоевского в его историях, вот оно мощнее, эта конструкция, или она все-таки менее такая вот монументальная? И потом понимаю, что хоть я и уважительно отношусь к материальному миру, я к этому прихожу, что это равнозначные миры, духовный и материальный, помонументальнее будет, чем аквапарк Карибия. И вот когда... и даже монументальнее, чем Москва-Сити, и даже монументальнее, чем некоторые храмы. И вот когда вы поймете вот приблизительно масштаб гения, тогда вы уже можете говорить: я встаю на этот путь, и я представляю, сколько мне вели. Хотя говорят, что гениальность — это от рождения, но... Ну чё там, гениальность от рождения. Ну, есть предрасположенность, есть гены. Отсюда может быть гениальность.